Владимир Путин, как кандидат в президенты, провел встречу со своими доверенными лицами. На встрече в гостином дворе присутствовали и ульяновцы. Среди них директор сельскохозяйственного производственного предприятия «Наша Родина» Андрей Шадышков. Основными темами встречи стали работа доверенных лиц в регионах, проведение приема граждан и юридические нормы. А главная цель работы – получение обратной связи от россиян. Президент очень четко подчеркнул, что сегодня не любить Родину – это все равно, что не любить свою семью, своих детей. Да, действительно, у нас сегодня немало сложностей, но сообща мы консолидированно, мы можем решить любые вызовы. Сегодня страна находится в достаточно сложном и важном этапе своего развития. Но вместе с тем, уже показала практика, когда мы сплоченно подходим к решению тех или иных вопросов, то все у нас получается. Всего в списке доверенных лиц кандидата более 500 фамилий. Среди них артисты, спортсмены, врачи, педагоги, представители других профессий, известные на уровне своих регионов. Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Анна Тищенко, Правда ТВ.